С вами Алексей Ницца, и сегодня я расскажу, как быстро сделать постеры с текстом или цитатами, которые вы сможете использовать в социальных сетях и на своем сайте. Визуальный контент все больше влияет на понимание информации вашей целевой аудитории, при этом такие материалы могут привлечь внимание людей или стать даже вирусным контентом. Сегодня существует множество сервисов, которые решают какую-то одну узкую задачу, как, например, сервис Resite. Он позволяет добавить текст на одну из заготовок, получая при этом баннер, который можно использовать в своих проектах. Для этого необходимо добавить нужный текст и выбрать шаблон, после чего сервис создаст баннер, которым можно поделиться в социальных сетях или скачать на свой компьютер в достаточно неплохом качестве для использования в интернете. Также есть возможность добавить одну из цитат из встроенной библиотеки, правда только на английском языке. Таким образом, с помощью простого онлайн-сервиса Resite можно создать баннер для социальной сети или материала на вашем сайте буквально за одну минуту.